Пандемия COVID-19 поставила под угрозу не только будущее ведущих авиакомпаний Европы. На тех рейсах, которые возобновились после карантина, сокращается число бортпроводников. Они составляют большинство из 12 тысяч сотрудников, которых намерено уволить руководство British Airways, объяснив такое решение худшим кризисом своей истории. Одна из стюардесс с 20-летним стажем работы на условиях анонимности рассказала Евроньюз, что переживают она и ее коллеги. Мы уже были знакомы с ситуацией, потому что много летали в Гонконг. Но мы не думали, что это перекинется на Запад так быстро и резко. В марте мы уже поняли, насколько все серьезно, но не ожидали, что наша авиакомпания отреагирует таким образом. Сотрудники British Airways признают, что в связи с пандемией компания понесла большие убытки. Тем не менее, многие считают, что руководство воспользовалось этой ситуацией, чтобы избавиться от старых опытных кадров и освободить место для молодых, которым можно будет платить намного меньше. Новые предложения компании очень сильно отличаются от тех условий, в которых мы работали. Прежде всего, это значительное сокращение заработной платы, а еще переход на контракты, по которым компания не обеспечивает работнику определенное число часов в месяц и стабильную зарплату. К этому все шло. О таких планах они заговорили впервые 10 лет тому назад. А теперь под предлогом трудностей намерены осуществить эту идею. Выступая перед депутатами парламента, глава комитета по транспорту Хью Мерриман раскритиковал British Airways за ее действия во время пандемии. В British Airways собираются уволить почти треть работников, хотя воспользовались правительственной программой сохранения рабочих мест, по которой более половины сотрудников получали от государства 80% зарплаты. И в то же время они хотят вложить 1 000 000 000 фунтов стерлингов в новую авиакомпанию. Компании не могут позволять себе такое на деньги налогоплательщиков. Руководство British Airways утверждает, что компания работает над тем, чтобы сохранить как можно больше рабочих мест. И окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Ведутся переговоры с профсоюзами. Так, профсоюз пилотов уже заявил, что будет бороться за сохранение каждой штатной единицы и отстаивать права при увольнении каждого сотрудника. Судьба авиаперевозок пока еще висит в воздухе, но персонал British Airways задается не только вопросом о том, когда они возобновятся, но и о том, кому удастся вновь взлететь, а кто так и останется на земле.